Всех приветствую на своем канале. Это видео будет слегка болтологическое и немножко обзорное. Вообще, мне хотелось что-нибудь такое обозреть сегодня, но я не знала чего. А потом я шла до магазина, и вот это. Очередной поход в очередной магнит. Правда, это другой немножко магнит. Там у нас в районе два магнита. Они практически рядом. В общем, молочный такой покупка. Молоко топленое, питьевое, массовая доля жира 4%, Рыбинск 31 с копейками, пол-литра. И литр, вроде литр, да, нет, чуть меньше литра, 900 мл. Торговый дом Сметанин, молоко 2,5% жира. Мне вообще жирное как бы нельзя молоко, ну, нежелательное. Я особо жирное как бы не люблю сама. Но, в принципе, 3,2 и 2,5 как-то разница особо... Особо сильной разницы нет, но по вкусу почему-то чувствуется. Это у нас... Кто делал-то хоть? Ну, а это у нас делал Ивановская область, город Иваново. Тоже 31 рубль с копейками. Ну, короче, в два раза больше почему-то разница такая. Это вот чисто так для затравки. Маленький такой... Маленький-маленький обзорчик магнитовского молока, скажем так. А еще у меня типа, как бы к вам, дорогие зрители, мимо проходящие и тому подобное, и подписчики в том числе. Подписчики могут быть зрителями, зрители могут быть мимопроходящими. Как бы небольшая просьба. У меня, конечно, есть блокнотик, где куча всяких ваших разных запросов. Некоторые запросы еще ждут меня там года два. Но что-то у меня как бы или руки до них не доходят, или что-то такое. В общем, если я кому-то что-то обещала записать, когда меня когда-либо просили, но забыла, да, про АСМР с ножницами и бумажкой, и АСМР с чайными пакетиками я помню, постараюсь на этой неделе сделать. А вот насчет остального, там АСМР или еще что-то, в общем, если у вас есть какие-то идеи того, что я могла бы, допустим, сделать на канале, ну там записать какой-нибудь видос, обзор, говорилку и так далее, тому подобное, вопросы какие-то накопились, то, пожалуйста, ставьте вот под этим видео в комментах. Я, если это не будет какого-то слишком личного характера, то я постараюсь это записать. В общем, всем спасибо за просмотр, да, вот такое маленькое короткое видео, и всем пока!